Рыбусь тем временем исполняет. Стандарт, не получается подача. Что дальше? Дальше Ревишвили или нет? И 1-0! Терек, грозненский Терек выходит вперед и забивает гол Олег Иванов. Радость, как вы понимаете, в VIP-секторе болельщиков Терека. Причем радость такая откровенная и очевидная. Понятно, что первый гол в матче, первый домашний гол сезона. Олег Иванов отличился. И вот на самом деле тут скорее ошибка обороны вратаря Краснодара. Конечно, будем разбираться, но показалось мне, что там Ревишвили не вышел. Олег Иванов оригинально празднует гол, видимо, играя на видеоприставке.